Ну, чего ты думаешь? С мамулей идем в аптеку. Мама, мои подписчики говорят, что у тебя невроз. Сразу видели. Что у меня? Невроз. Боишься камеры. Первый раз вышли вместе и не хочет меня. Света, давайте. А сейчас я иду с моим сыночком. Ну, с мамочкой. Привет. Ну, с мамочкой шла, ну, с сыночком. Ой, мы с ним в этот раз очень много времени проводим. Почти каждый день видимся, да? Да. Сейчас нам надо разменять деньги, Мираби. Доллары. Хороший курс. Да, ты знаешь, что поднялся курс сегодня, надо хорошо менять. Сейчас с сыном проходим, он говорит, мама, у вас, говорит, копейки-то все стоит, а здесь так дорого. Одна штука, лари. Какие, посмотрите, все равно фрукты красивые, вы видите? Какие помидоры, это такие вкусные помидоры, бомба. Такие маленькие, смотрите, помидоры разных видов, огурцы. Бананы какие, красота. Посмотрите, виноград сколько сортов. Посмотрите, какая красота какая. Обалдеть. Сколько фруктов в Грузии? У нас в Турции дешевле, конечно. Да. Фрукты. Посмотри, персики какие. Вы видите? Груши. Здесь очень много груш. И вот 10 лари малина? Не знаю, название. И 18 лари клубника. Смотрите, какие. Просто обалдеть. На каких аттракционах? Каких аттракционах? Аттракционы нету, мы в парк пришли гулять. Гулять и играть. Вот играть, бегать. Бешикташ товар, Стамбул Бешикташ. Друзья мои. Мы, наш вечер сегодня не заканчивается. Мы пришли домой с сыночком, с мужем, покушали. Я купила курочку. 30 лари стоит курица на вертеле. Там лук добавили, соус, ткемали нам кусочек. Ну, один, наверное, лаваш. Порезали. И вот сервис 30 лари. Естественно, у нас была еще и другая еда. И соус было с мясом. И суп был, поели они. И вот мы решили после еды... Нам в эту сторону надо было. Нет, нам в эту сторону, нам туда. Нет, и мы решили с детьми... Надо в эту сторону. Вывести их, детей в парк, но... Потому что они целый день дома сидят, пока я тут бегаю по своим делам. Хорошо, что я их брала на все лето. Потому что 5 внуков, это так сложно. Это так сложно. Посмотрите, какой у меня Дэми красавчик. Уже к школе готов, мой сладкий. А посмотри на мою Ирмочку. Бабуля, не начинай так, а то сейчас пойдешь домой. И дома сидеть лучше вам будет, да? Да. Нет. Да? Нет. Я все поняла. Заказ принят. Тогда прими это. Зелёный юра. Дели!
Гердо. Принцесса бабуля. Угадал. Сашка. 45. А сейчас я с мужем в Кархуре. Посмотрите, что здесь творится. Обалдеть. 62. Юзель, во? 102. А? 90. А города Гёрду, он и 2 евро. Так что мой день не заканчивается. Эти виски продают за 15 лари. Это что такое? Но очень все дорого. Вот, например, вот этот вот 94, это очень хорошие виски. Глаза разбежались у нас. Мы же алкоголики, да? Мне помню. Уходим? Ай. Вам башка уху. Ага. Смотрите, какие автоматы. Автоматы. А? Ай. У Аламаса лобили. 22. Какой красивый Батум. Батуми, стадион батумский. Смотрите, такие высотные дома. А сейчас мы с Ашкевом пойдем по этому мосту, в эту сказку. Мы вошли в Карфур, там кое-что купили. Вы знаете, что мы здесь купили? Семечки тыквенные, которые очень трудно найти в Мерсине. 300 грамм 7 лир стоит, 7 лари. Вот, 7 лари это где-то 7 умножить на 8, грубо говоря, 556 или 560 лари, лир. Ашкем бушим ди бизалдык чекердек, не кабак чекердек. Не кадар тур парасы олуйор. 56 лари лира ве 560. 7 лари вердик. Kaç gram? 300. 300 gram. Ну. 250'den hesap etse. 7 lari ne kadar lira yapıyor? Aşkım 500 ve 50. Какие-то мы вообще одурели. 500 lira. 500 lira. Allah Allah. Kilosu 500 lira. Представляете? 500 lira. Pahalı. Kaç lari verdik? 7. Идем по такому мосту. А, 90 лари. О, гюзель уж у заман. В общем, дешево здесь покупать. Смотрите, как красиво. Как красиво. Боже, как красиво. Мы идем. Видите, какие дома красивые было красного цвета, сейчас зеленые. Знаете, здесь так классно. Есть место, где можно выпить пиво. Вы понимаете? Вот везде сидят они, Ашкем. Как классно! Все забронировано. Смотрите. Не... На той стороне покажем. Форум. Форум. Какие высокие дома. Белядия. Видите, сидит там мужчина. Завалы были, где борщ. За столом и может выпить. Ашкем бизда атураджас. Не кюзе, не кюзе. Перчак-то. Вот так нам весело в Батуми. Мы сегодня освободились от дел и вышли наконец-то скоро уезжать, поэтому решили походить. Смотрите, пустое место, она нас ждет, но мы решили с мужем пойти к морю. Ухшида чекачас, да? Сора сайлин. Угу.
честь 9 апреля. Смотрите, какой парк. О, какой огромный дом. Какая красота. Слов нет. Şu binayı da çeksene. Посмотрите, какие у меня внучата. Вот это вот маленькая внучечка. А вот это посмотрите. Ну посмотрите на это. Вот это вот сокровище бабули-то. Вы так хотели бы их внучат увидеть. Вот, смотрите. Мою дочку сниму со стороны. Интересуется вообще, где моя дочка. Живая она, не живая. Вот она, вот ее дети. Вот. Так что все у нас хорошо. Всем привет! Доброе утро, друзья мои! А сегодня мы с Мари сидим в одном месте, потом расскажем, где мы были. И вот мы с Мари вырвали зуб. Сидит моя девочка, такая сладкая героиня, как бабуля, ничего не боится. Еще один надо впереди вырвать, нам надо. Погода хорошая. Смотрите, солнце. Такая жарища в Батуми. Мы просто задыхаемся дома. Такого раньше не было. Кстати, собачка какая хорошая гуляет. Хорошая собачка. Всем прекрасного дня и хорошего настроения. Это... Зачем цветные бумаги все брать? Это нам нужно это для этого. Ты сюда брал понемножку. Рисование для рисования. Ты сюда брал понемножку. Нам ты сейчас как возьмешь, будет. Дети будут у тебя просить. Ты сюда брал по одной, по две штуки. Бабуля, он сразу, его друг, его лучший друг сразу начнет я ему знаю, делать он же меч, тогда... кораблики там. Да, да. Но я хочу меч. Он безотказный. Ему что берут, он все делает. Все отдает. Только здесь просит. А у тебя есть такая? Нет. А у тебя есть? Нет. А что у него а, есть? А он для всех нам. Она да. для всех. А, дома оставит, давай. У нас еще вторая есть такая. Нет, дома оставь. Когда будет эту, скажут, надо цветная бумага вам на завтра. Помнишь, учителя ага. говорят? И понесут. Это цветная бумага. Меня. Смотрите, на ее брови я сделала макияж. Послушайте, все? Только пасты надо и все. Салфетки я дала тебе, Дэми? Салфетки, да. Закрывай вот. А, ты ждешь пасты. Да, да. Это вы портфели собираете, да? Да, да, я проверяю. А, ой, только запрямляю. И черный. Две синие? Да. Тут я где-то уже оторвала одну. Вон там карман все-то раз и все. Вот она. Твое там лежит. А Дэми не потеряет, да, все? Он такой... Нет. Не теряет он. Мари теряет, да, это возьму. Да мне вон тоже, говорит, ой, Мария. Ой, сколько у вас ручек есть красивые. Разные, да. Я это возьму. Вот. Бабу, куда ты возьмешь? У тебя я дала делать. Тебе все. А, тебе я должна бабу, дать. Да. А, тебе. Делай. Вот это хочешь? Да. Бабу, дай ему все. Там разного все. Цвета, мама. Есть у него разные. Где? Бабуля. Нет. Это будущая сумка для баскетбола. А так? Когда я вернусь в Мерсин, у меня будет столько воспоминаний. Хоть покажу вам Батуми. И вам будет интересно, да, мои дорогие? Идем, идем, я не узнаю, как здесь все изменилось. Вот здесь был раньше мой медицинское училище. Сейчас мы города переним лицей. Шимды сейчас что-то здесь есть или нету, там дальше посмотрим. Как все изменилось. Спортивная школа. Где? Я не пойму, где что. Вот новые три новостройки. Орби. Видите, строят в процессе строительства. Все, короче, изменилось. Меняется каждый год, да, точно, Пиросмани. Это Пиросмани. Вот тут мое... А, вот этот мой лицей. Ашкин, бурасы леним лицей. Во. Медикал, ме лицей. По-турецки медикал, медицинский, это тип. Тип, Ашкин, ми тип лицей. Более мы, турче. Это художественная школа. И что? Какие елки красивые. Привет. Ялчин маркет, оказывается, закрылся. И вот одновременно такие многоэтажки, пятиэтажки. Ой, какие овощи и фрукты. Мне кто-то спросил, где дороже. Мне кажется, здесь дороже. Тут и зелени, если честно, не увидела такое разнообразие зелени, как у нас. Я так соскучилась по нашей Мару, про всем этим.
Очень соскучилась. Я хочу балык. Я хочу селедку. Селедка есть здесь, Мари? Да. Куда мы пришли, мама? Интересно, очень красивый дизайн такой. Много марок неизвестных мне. А может, ну и в каком смысле неизвестных? Для Батуми, для Мерсина. Вот также Calvin Klein, Oysho. Zara, Ашкимхады Zara Бахаджас. Мы пришли в такое место покушать, в ресторан красивый. Так что, мои дорогие зрители, покажу вам, чем тут кормят. Мария взрослая, она же ходит везде с нами. Всем привет. Мы заказали хачапури. Да. Одна средняя, то есть две средние. И сколько хочу? Хинкали заказали. Хинкали? Мне надо так. Маре очень сильно повезло, так как она с бамбулей ходит. А Ирмочки и Деми нет. Да, очень хорошо. Зуб вырвали сегодня Маре, мы показывать вам. Ходили в большой маркет. Сейчас мы вот решили покушать. Трендвал. Такой красивый вообще ресторан. Обалдеть, смотрите. Все здесь. Помогите. Вот так надо бабуля отрезать. Отрезать вот так. Вот так. Ашкем. Так кушать, бабуля. Как вкусно. Он мне хинкали. Посмотрите, какая у меня красивая мама. Сегодня, перед тем, как пойти, выйти по своим делам, напекла нам хачапури. Мария, вкусно хачапури. Смотрите, Мария после душа. С какао кушаем. Давай уберу эти. Для волос это плохо. Мама ходила на базар. На Хлопа у нас тут такой есть базар, где оптовая торговля. Вот эти вот сыры взяла для детей. Посмотреть хочет. Масло, конфетки. Вот. Мы тоже поедем на Хлопа и купим себе. Машке ему такое понравилось.